Ситуация под контролем. Глава регионального чрезвычайного министерства Нариман Казимагомедов в режиме видеоконференц-связи провел оперативное совещание с пострадавшими в результате стихии муниципалитетами. Для оценки обстановки и оказания при необходимости помощи принято решение направить рабочие группы спасателей в пострадавшие районы для оказания поддержки населению. В главном управлении развернут оперативный штаб. В период с 23 по 24 сентября на территории республики действует штормовое предупреждение, которое в настоящее время частично оправдывается по выпадению осадков в виде дождя. В результате чего по районам республики произошли массовые аварийные отключения энергоснабжения, подверглись повреждениям автодороги республиканского и местного значения. Принято решение о направлении рабочих групп, а также спасателей в районы, которым необходима помощь.